Сотрудники пожарного надзора Северского района встретились с местными предпринимателями, чтобы напомнить о действующих нормах и требованиях законодательства. Старший инспектор Сергей Смолин рассказал о главных аспектах при планировании и проведении проверок. Сейчас в Российской Федерации действует риск-ориентированный подход. Что он из себя представляет? Каждому объекту надзора, точнее каждому зданию, которое подразумевается как объект надзора, присваивается определенная категория риска. И в соответствии с этой присвоенной категорией риска данный объект включается в планы проверок спустя какое-то определенное количество лет. В настоящее время на территории России введен мораторий на проведение надзорных мероприятий. Но с 1 января 2025 года от него планируют отказаться. Поэтому предприниматели должны быть готовы к возобновлению проверок. Также обсудили соблюдение требований пожарной безопасности контролируемыми лицами и предусмотренную законом ответственность за их нарушения. У предпринимателей была возможность задать интересующие их вопросы и уточнить важную информацию.